Добро пожаловать на Этихад Стадиум. Здесь идет дождь, но он здесь, как правило, идет всегда, но футболу это не мешает никогда. В роли комментаторов сегодня все те же лица. Для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Англия в прямой трансляции сегодня. Это премьер-лига. Манчестер Сити играет против Манчестер Юнайтед. Очень важны товарищеские игры, и сегодня вполне может появиться шанс проявить себя у игроков резерва. Для них такие матчи – это очень ответственный момент. Думаю, сегодня все будут ждать особенной игры от Кевина Де Брюйна. Как думаешь, справится он? Ну, это известный мастер дриблинга, поэтому сегодня ждем от него сольных проходов, и наверняка парочку мы точно увидим. Смотрим состав Манчестер Сити. В воротах Эдерсон. В защите Рубен Диас играет с Америком Лапортом. Бернардо с первых минут играет в центре полузащиты с Кевином Де Брюйне. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Состав Манчестер Юнайтед. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Один из самых интересных матчей этого тура – Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити. Эту игру ждали, это действительно очень большой матч, и он уже начался. Такие матчи действительно сопровождают серьезный медийный шум, от них очень многого ждут болельщики. И действительно, на такое принципиальное противостояние команды по-особому настраиваются. У таких матчей совершенно другой эмоциональный фон, и обычно такие игры не разочаровывают. Как уходит он от защитника. Фред. Есть навес в штрафную. Очень хорошо он играет. Сейчас пас команду защитник. Играет в пас команда. Все просто. Вынос. Здорово он видит поле. Отличный пас. Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. Бернардо. Де Хеа на последнем рубеже сыграл уверенно. Ну и не забьешь ему таким ударом. Варан. Джейдон Санчо. Не торопятся входить в штрафную, хотят все идеально разыграть. Манчестер Юнайтед атакует. Хороший обостряющий. Удар! Гол! Манчестер Юнайтед забивает и открывает счет в дерби. Еще раз повтор. Гол в пустые ворота. А где все? Юнайтед вышел вперед, игра возобновляется. Родри. Хорошая игра в пас в исполнении Манчестер Сити.
Бернардо Сильва. Атака набирает обороты, они ищут возможность забить. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Вратарю надо выбить мяч подальше от ворот, что он и делает. Бернардо. Как здорово защитник сыграл сейчас. Голкипер забирает мяч. Манчестерское дерби, вне всяких сомнений, относится к разряду самых интригующих противостояний в футболе. Пусть далеко не всегда результативные эти матчи... Постой! Это очень опасный момент сейчас! И это гол! Забивает Сити! Ну что, преимущество теперь на стороне синей части Манчестера. Посмотрим, как этим они воспользуются. Скучным это дерби не бывает. Могут, конечно, и в сухую сыграть, но борьба и накал тут всегда. Слишком маленький город для двух больших команд. Смотрим еще раз. Забитый мяч. Удар получился очень мощным и точным. Шансов у вратаря тут не было. Счет снова равный. 1-1. Мактомины. Варан. Санчо. Криштиану. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Мяч хорошо у них ходит. Роналду. Ну и побороться за мяч придется. Есть шанс развернуть контратаку. Криштиану Роналду. Фред. Мактомины. Роналду вновь с мячом. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Есть удар! Потрясающий вратарь играет, какой удар тащит! Неплохой удар, но вратарь на месте. Вот такой прямолинейный дальний удар. В следующий раз нужно что-то более интересное придумать. На коротке решили разыграть угловой. Игра остановлена, мяч коснулся руки. Джейдон Санчо. Не получается навесить. Хорошо защитник сыграл. Бруно Фернандеш. Тут ничего опасного. Вратарь то, что пришил, и поэтому был максимально спокоен. Родри. Канселу. Фода. Опасно тут может получиться. Фил Фоден. Мяч не пошел дальше, удар заблокирован. Отлично защитник играет. И мяч в руках у голкипера. Когда мы говорим о характере Манчестер Сити, мы вспоминаем в первую очередь ту самую памятную победу в матче с Queen's Park Rangers в 2012 году, которая принесла Сити долгожданное чемпионство. Да, тогда Манчестер стал чемпионом Англии в самом последнем матче. Погоди, это может быть опасно! Браво, Давид Де Хеа, не растерялся и спас свою команду в этом моменте. Наконец-то они подобрались к чужим воротам, и у них есть сейчас возможность забить. Их болельщики гонят вперед.
Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Пошел навес в штрафную. Навес получился слишком близко к вратарю, поэтому без проблем оказался в его руках. Хорошая игра в отборе. Фернандеш. Пол команды обыграл. Ничего себе. Гол забивает Юнайтед. И он выходит вперед. А сейчас пойдет футбол яркий, атакующий. Еще голов, ребята. Посмотрите, гол.